Нет, в чехане Машка сидит, заходите. Это Машкин любимый ресторан. Нет, что врешь. Заходите сюда. Мой любимый ресторан. Хоть не крошка картошка, спасибо на этом. Не Макдональдс. У нее нет парня. Можно я приеду? Не позорьте Путина. А Путин при чем тут чехана и Путин? Поляну закрою. Давай, мы согласны. Приезжай, да. Закрывай наш счет. Он у нас не маленький. Мы сразу предупреждаем, что счет не маленький. Поэтому рискнешь приехать или нет? Кто такой будет отчаянный, кто приедет? Я бы сиськи. Машку за ляшку. Спасибо. Желающих много. Вот именно, что вы на Машу мою? Залежку. Претендуйте на Машу мою. А на вас смотреть неприятно, не позорьте Путина. Вот я за это тебя заблокирую, тварь. Вот и все. Вы просто прелесть. Девушка, спасибо. Я могу на карту скинуть. Сейчас просто... Давай. Сейчас мы скинем Машину карту. Скидывай на Машкину карту. Я самодостаточна. Сань, ты не хватит крупным планом пялиться? А чё, смотри, красивые глаза. Спасибо. Давайте еще больше сердечек. Машину достойно больше сердечек. Хватит мне. Саня. Она скромная, да. Поэтому давайте сердечек. Ангел Израиля, видишь, ангел Израиля сбежали. Маша в постели, наверное, ухах. Да, в постели я звезда, руки, ноги раскидываю, сплю. Да, ты дерешься в постели, я помню. Она мне так херакнет своей рукой. Я умерла, можно так сказать. Привет, малышка. Привет. А больше правая все же нравится брюнетка. Сашу, кажись парнем. Приветствую. Даже спит. Хеллоу. Как делишки у такси, малышка? Скинши мне Машу. А почему у такси? Ну это просто. Салон Таджикистана. Машка, я инстаграм. У меня нет, я из деревни. Нет, у нее есть инстаграм. Как-то она... Не надо, не говори. Не, почему? Давай скажем. У тебя классный инстаграм. Сиськи-письки. Ухоженные, наверное, много. Ухажеров, наверное. Когда... И ухоженные, ухажеров, да. Соответственно, ухажеров много. Привет, сиськи покажи. Не могу так смотреть. Твои декольте заставляют покраснеть. Да, мы знаем. Маша такой. Вечер добрый, девушки, добрый вечер. Давайте инсту, не ломайся. Выску дальше. Ты дебил пишет. Так. Привет. Так. Милые, какие вы милые. Меня главное никто не видит. Какие вы милые. Наверное, милый ты и твои сиськи. Какие вы милые. Меня это не видно. Саня. Что? Что хотелось? Ты сколько уже? Видишь, я что говорю, работает. В горы захотелось, почему ты пишешь? В горы? Но это все холмики, да. Я это все холмы не загораживаю волосами. Что? У меня прекрасное зрение, что ты же... Футбол, привет, милашка. Не в сиськах счастье. Вот. А счастье во мне. Вы будете со мной, будет счастье. Чего я не вижу? Бойфренд до сих пор. Ну, ты все как понимаешь. Милую рубашку. Выхода подруга прям рекламирует себя. Да, пиарит. Я пиарю, потому что я хочу ей дать добрые руки. Покажите эти добрые руки. В Таиланд возьму брюнетку. Эх, не берут меня в Таиланд. Придет самой покупать, что делать? Да нет, меня в Таиланд, а театр на Сейшелы возьмут. Это
там была, там заспечь. Кормящая мать, что ли? Да, пятерых откормила, блин. Отвисли. Что? Сим? Сим, это что? Не знаю, салам, наверное. Топсы полетели. Да никуда я не полечу, я работаю, как лошадь. Освободить человека от работы. Маша, где твой медведь? Вот медведь мой, вон, Сань, покажи мой медведь. А, вот и медведь. Видели ее, парня? Какое? Какой что? Район? И ты тут? Район моё, Горное. Мама с дочкой, брюнетка, дочка. Ты что, гонит? Старая женщина. Обычно мне все время говорят, что я урод. Мне реально тут ненавистники мои обычно. Ненавистники? Да. Мне пишут, что я страшная стала. Маша, тебе нужен молодой Альфонс. Вот, кстати, такие Маши попадаются. Я уже больше не могу. У меня уже нет денег содержать. У меня деньги закончились на Альфонс. Деньги кончились на Альфонс. Все потратила, сколько можно. Ты библиотекарем работаешь? Ну, видно по мне, да, библиотекарем. Видите, какая она начитанная, сразу не библиотека. Я вообще молчала. Здравствуйте. На тебя я работящая, но я тебя не потяну. Я тоже работящая. Мне тянуть не надо. Старый Альфонс нужен? Мне 30, а вот только старый Альфонс нужен. Молодые не катят. Обычно мне молодые Альфонсы попадаются, старые еще. Нет, старый ты один тоже был. Я не могу столько зарабатывать. Столько Альфонсов. Давай, я бы всем помогла, но увы. Все подойдут, и старые, молодые. Главное, старый Альфонсы. Старый фронт Саня, Калифорния. Что? Маша не только красивая, но еще и умная. Естественно. Как я бы общалась с глупой подружкой. Можно нет? Все твою нежную... Что она тут? Анальным сексом раз в день. Кошмар. Ужас. Какие гадости вы говорите. Привет. У меня что? Квартира в Подольске. Молодец. До свидания. Пи-пи-пи-пи. Саня, нельзя так. Маш Подольский нет. А Маш просто тактичная, я нет. Нельзя бежать. Подожди, мне 36, я старый Альфонс. У меня в бизнесе не получается. У меня тоже не получается. Ты не один такой. Женщина – это лучшее создание на планете. Конечно, женщина лучше. Мифи. Что? А кто Маша? Маша, дай инсту. Она не дает, я могу дать ее. Саня. Левая девочка очень красивая. Слушай, что тебе говорят. У меня зарплата 35. Устроит тебя. Устроит у меня тоже 35, с тобой 70. Заживем с тобой. Что я в шоке. Сможешь достать локтем до чего? До пупка? Привет, чик-чик. Что, Санечка, что пишет? Я вижу голову. Если бы у меня была такая дочка, я бы ее убил. Какая? Такая красивая, но тебе такая не светит. Дочка. Куда подъехать? Подъезжай к Чехане Дмитрию Ульянова. Оплати наш счет. Если осилишь его заплатить. Ну, нет, ну реально, мы сами его оплатим, но просто если вдруг человек сможет его оплатить. Слишком красиво. Баба, вы что? Карту кидай, я оплачу. Я тебе могу продиктовать ее. Нет, мне просто интересно. Я не верю просто, что она платит, поэтому... Сделай скрин, вот, карта. Зарплата что? Если придет, тогда что? Мы с тобой познакомимся. Тимати подкатывал, зарядку хотите, не пошло, не гной. Что дороже, Тимати... грудь или губы? У меня свое, не поверишь. А, Тимати к Маше подкатывал, но она его отшила. Сань, пьем это. Я выдаю все правду, матку. Да, они просто маленькие, поэтому. Закатку хотите, не пошло, не гной.
сделать грудь или губы. А ничего, что и грудь, и губы у нас свои. На самом деле сейчас я посуду буду мыть всю ночь в этом баре, лишь бы. А зачем карту спрашивать, если денег нет? Привет из Испании. Привет. Маша, что? Оп. Сейчас он снимет с моей карты денег, а там нет денег. Снимай. У меня там под защиту карта золотая. Может, телефон? Какой размер? 5,5 или... У нее 10 размер. Что, вы ели? В смысле? Нет, да? В смысле 5,5? На колен висел. 10 размер у нее. Маша, какого роста? Я маленькая. Маша вот нужного... 1,30 метра. Маша самого нужного роста, комфортного. 1,30 метра. Маша очень скромная. Привет, губастенькая. Кто именно? Мы вдвоем губастенькие. Штукатурки то... Вы что, гоните? У меня даже ресницы не накрашенные. Вот. Блин, вообще ни брови, ни ресницы. Вот. Она мне тонна. Грим. Нет, мне просто дебила. Штукатурки тонна и говорят, что свое. Нет, свое. Я не вру. Буду пахать день и ночь, чтобы ты ходила к косметологу. Я не хожу к косметологу. Кто именно, чтобы ходил к косметологу? Мне пора, мне кажется. Я не хожу к косметологу. Все хорошо и так. Зачем к косметологу? Начинается, наконец-таки. Адрес Чеханова в Кореге. Адрес Дмитрия Ульянова Чеханова, посмотрите. Кто пишет страшно? О, боже. Не дебилась таки. Я просто не справа даже читать вопросы. Не дебилась. Маша, у тебя шепелявость. Так, да. Вот за это я тебя заблокирую. Да не надо. У меня правда шепелявость. Не надо? Картавая я, да. Ну что делать, не всем же людям быть идеальны. Кто-то ошепелявит, кто-то картавит. Что теперь? Хайлайтер, да. Хайлайтер, естественно, наносим. Ну, мне кажется, делать для девочек нормально что-то. На самом деле, тут так освещение падает, и кажется, что лицо блестит. По-моему, кто из вас красивее? Блин, вы красивые очень. Что такое хайнана? Айнане. Айнане, айнане. А, ты красавица. Что? Грудь не видно, вот. Ну, Сань, ну хватит мои сиськи показывать. Нет, ну открой. А что? Да. Только народ пошел, у нас стали какие-то глюки. Губастики, бурные ночи. Мы не успеваем все вопросы читать, сорян. Она не толстая, вообще у нее прекрасная грудь. Блять, кто скажет, что она толстая? Блядь. Ну не всем же быть худыми, идеальными. Нет, вот когда про меня говорите, мне пофиг, когда про моих близких, я вообще буду блокировать. Шепелявость хороша в постели, да, естественно. Кто-то толстый, кто-то шепелявит. Людей идеальных не бывает. Финишка, даже что такое? Что? Кто ж щекотурил, вы стартовый или финишный? Ребят, пишите по-русски, пожалуйста. Лицо блестит, потому что свет так падает. В каком районе? В районе Нагорной. Лысый вас хочет. Лысый. Член, я так думаю. Что? Что? Да классно, спасибо. Сколько лет? Я старая. Это секретики. Угадайте, сколько нам лет. Угадайте. Стоит. Она бесценна. В смысле, у нее нет цены. Маша нет цены, она бесценна. Чего? Через час домой в хрущевку с цветными обоями. Вот наша мечта. Прям как у меня дома. По 29 нам дали. Нормально, забить уроды. Вы чего хуели? Ничего, что нам по 24. Мы вообще дебилы, да, просто кончено. 29. 33 и... А, ну 33 мне, тебе 29. Видишь, тебя пощадили, меня нет. Мои ненавистники, они повсюду... А я, кстати, их блокирую, они, знаешь, бегут быстрее заново регистрируются. На горы через полчаса буду
приходи. Да, на Дмитрия Ульянова. Да, да. Если вы хотите оплатить наш счет, мы вас ждем. Просто так мы не ждем никого. Штукатурки много. Ну, мы, ребятки, мы уже объяснили, что вот видите, вот. Вы видите, что просто я не крашу глаза. А я крашу. А я нет. И губы. Ну что? Что вы? С хвостиком, который. Чего? Да, она красотка. Как красиво, девушка, спасибо. Кто-то меня не обозвал страшной, больной, толстой женщиной. Спасибо, как приятно. Что вы в счет заказали? Кто-то хочет оплатить наш счет, но переживает, что ему не хватит. Переживаем. Можно посмотреть на стол ночами? Может, цыганочку забираю. А, я цыганочка? Я не знаю, кто именно. И ты цыганочка. Ну, у меня как-то дагестанские корни, я не знаю. Освещение такое. Идиоты, не штукатурки, а освещение такое. Видишь, странно? Они бомбы. Спасибо. Наконец-то хоть что-то нормальное догадалось. Да. Можно сердечко больше? Пожалуйста. Штукатурки много. Да, вот просто. Ее так много, вот, смотрите, вот. Сейчас вы посмотрите. Очень много, вот. Глаза не сыпятся уже. Вот, просто вот, каждую ресницу беру просто и вот так. Много? Зачем мне красить глаза, если у меня так и есть глаза? Что происходит? Идет на штукатурке освещение, да. И свет падает, и лицо блестит. Так счет оплатить, ой, в этой забегаловке. И встречаемся, а чехана не забегаловка, я не считаю, что чехана забегаловка. Вы выглядите старше своих лет. А вы знаете, сколько нам лет? Да мне 40 лет. Дебилы такие? Вообще просто. Четыре, кто? Что в короне у вас? Что, короче, у вас умная? Что такая рука толстая? Что плохо станет от запаха? Мне плохо станет от запаха макияжа? А ничего, что у нас дорогая косметика, она как бы не пахнет. У нас не Ruby Rose. Мы везде это люди думают, что там Avon'ом, наверное, пользуемся. Что? Покажи поближе. Сань, почитай, не вижу. Покажи поближе, вот. Не-не-не, это не это. Это смс-ки или что это походит? Давай кататься. Идем кататься? Ну, конечно, мы только кататься собирались, да? Сейчас счет только платим и кататься. Маш просто машину гнали, так бы мы на нее покатались в машине. Есть желающие, кто ей купит тачку? Ну что? Хорошая альтернатива. Можно Мерседес какой-нибудь? X6 как минимум. Типа как X6, как он называется? Не BMW X6, а вот Мерседес есть тоже в форме X6. Забыла. Напомните мне, как вот в BMW X6 есть такой Мерседес такой же формы? Я куплю вам Феррари. Жопа сраная. А не Феррари. Спасибо. Риоли, есть желание? У меня есть желание. Да. Давай. Фьюра сейчас, кстати. Дорого стоит. Я за подругу перешла. Мне не нужна машина, я умею водить. Ой, все-таки умный Мерседес X6 ржут. Я сказала, что я говорила, что Мерседес, я просто не знаю, как он называется, похоже на X6. Я не помню название этого Мерседеса. Я спросила вас, чтобы вы мне сказали что? Название. Губы рабочие. Ну, блин. Давайте не будем об этом подробности. Привет. Только для любимых рабочая. Для привет. Всех остальных может уехать из деревни. В деревне не может уехать из девушки. Учитывая, что да, что мы из Москвы. Нахуй. Не с Москвы, как некоторые говорят, а из Москвы именно что. А я говорю с Москвы. Нет, из Москвы. Что?
На каток. Блин, а я не умею на коньках кататься. Я умею на коньках кататься, скоро пойду на каток. Я просто солярий была, ведь красная. Все красное. Уральских. Вот тут угадал, да. У меня много родственников на Урале. Да? А, я не знала. У меня штатары просто. Я тоже штатарка. Если только покупаем, насколько понимаю. А что? С Урала, значит, да. Ну, я не сама с Урала, у меня там много родственников. Справа страшный пиздец, это я? А кто справа? У нас тут просто справа непонятно. Это я, наверное, на ненависть пишет. А если так, когда я захожу, знаешь, там пишет, вот такая подруга. Неважно, ну, страшная подруга, не страшно, если я пишу, подруга красивая, ты урод, ну что я уродка. Ну, люди любят обосрать. Вот да. мне просто интересно, вот если тебе не нравится моя внешность, мой голос, еще просто можешь освободить себя от этого, не заходить. Говорю, просто на трансляцию. Говорю, татарки любят, но что? Даже не знаете, где право. Ну просто с нашей стороны право. Мы просто с одной обе стороны, в душе а с вашей блондинки. Стороны. Право другое. Сори. Нормально вы играете, даже не знаете, где право. Ну конечно, ну научи нас, где право. Только такие все умные, не удивляюсь. Эстеты. Привет, бабушки. Привет. Бабушки. 100% это Даша бабушки напишет. Привет, Лера. Лера? А, не думаю, что это Лера. Ну, у меня есть подружка Лера. С тобой Лера. У Леры. Еще инста не... Просто они по сиськам ошиблись. Нет, это не Лера. Естественно, губы у вас. Спасибо. Свои губы. Свои. Вот это не моя, вот это моя. Не свои. Нижняя моя. Что? Нормальная такая. Что? Много мужикам, можешь адекватно... Езжай скорее домой, я боюсь. Тебя, чтобы было поменьше супер. А у кого поменьше, не знаю. У нас обеих большие. Девушки, вы классные, спасибо. Сиськи, да, я тоже люблю сиськи. Саня, хватит, не показывай. Такая, ну хватит, и кольцо с бриллиантом засветило. Типа, такая не значай. И типа, ой, извините. Та просто не накрашена. Но, значит, молли не накрашена. Я накрашена. Это пыщи. Так интересно, что пишет. У каждой девушки должна быть. Так. Человек чуть поближе сесть. Одной надо поменьше трудить. Ой. Кстати, несмотря на открытые декольте, видно, что сама по себе простая девочка без понтов. Спасибо, я вообще. А, ну вы ее просто не знаете близко. Это я просто страдаю. Вы похуха бы этому. Привет, девчонки. Шкуры, я вот тебе, блядь, сейчас падла заблокирую. Уёбка. Девчонки, у каждой девушки должна быть изюминка. У вас есть? На другой красивее. Спасибо. Наверное, по вам что? Сань, читай, я не вижу. У меня зрение плохое. Баку? Надо быстро уметь читать, чтобы ты здесь. А, правда, что ли? Может быть, мы вообще хотим читать вы вас? Из Москвы. Я побухаю немножко. Да. Ну, поставь чашку. Нет, он вот так просто сзади поставить. А что вы же? Что? Привет, красоту ли? Это затягивает, да? Блондинка читает плохо от маски. Саша, няшка, деревенская, подружка, злобная сучка.
Ох, я не знаю, как я переживу сегодняшний вечер. Главное. Я расстроилась, плакать буду, Сань. Что делать? Хорошо, что у Маши зрение плохое. Что? Чтобы почухает, какой я урод. Да, тебе повезло. Вы кого-то ждете, селочки? Да, мы ждем вас. Сейчас немножко для плохого зрения подходит большой... Что? Большой... А можно сердечко побольше? Ладно, не деревенское. Успокойся, спасибо, а то я расстроилась уже. Нет, это не мне деревенское назвали, а тебя злобной сучкой. Я очень добрая. Вообще-то все вместе это я. И сучка, и не сучка. Я люблю черные чулки и черное белье. Я бы дала ей инстаграм, но я не помню наизусть его. А, не давала. Но она не дает. Она не разрешает, чтобы я дала. Дай номер. А, 15 сантиметров? Короче, я ты слышала Ивлеева песню 15 сантиметров? Нет? Блин, господи, я никогда не выходила в прямые эфиры. Я заходила в прошлый раз. Хай баба пишет. 15 сантиметров. Вот, ты что, не слышала эту песню? Сейчас я включу. А девушка с хвостиком, убегай из Москвы, Москва портит. Я уже 10 лет в Москве, я не могу отсюда убежать. У вас могу заплатить, когда что? Надо брать. Москва кальянная, пусть кальян глубже берет. Привет, красотки. Не пишите моего, она не может там много читать все равно. Ты читать разучилась? Я просто вижу плохо. Привет из Алжира. Инстане. Как вас зовут? У тебя куча зрения не важно. У меня плохое зрение врожденное. Пишите мне. Нет, сейчас я включу эту песню специально для Маши. У Маши, кстати, любимая песня, я помню, очень хорошо, «Голубая луна». Так что, если вы хотите покорить ее сердце, «Голубая луна» вам в помощь. Голубая луна. Что-то интернет не ловит. Сейчас я вам включу 15. Просто я в прошлый раз заходила, и 15 сантиметров. И Глеви, ты что, не слышала эту песню? Блин, Маш, ржак. Как так? Подножечку твоего? Да. Сколько? Сколько океанов знаю? Маленький член. 3 океана. Адам лайкет. Кирс, да. Маленький член никогда. Саня. Ты не слышала? Скинь мне вконтакте. Я тебе скину. Чёрт прикол. Здорово, привет. Приветики, минетики. Как страшно тебя зовут? Меня? Я не знаю. У нас все время дилемма. Вы уточняете, кто страшненький, да, а? Да, просто все время разные. Для кого-то на чей вкус? Так отдельно выглядишь, что скучно стало. Не смотри. И как пишешь, так идеально выглядишь, что скучно стало. Сиськи закрыла, сразу уменьшились люди. Я теперь что из-за этого люди прибавляются? Что? Нет, 8 декабря в час 10. Ну да, полностью. Страшненько от вас слева. Спасибо, я в курсе. Дальше что? Чиновники вы для меня и открыли. Страшно, и дальше что?
страшно. Ну, не всем же быть красивым, не похоже. Ты страшно? Кто-то должен быть страшным. Папа денег дал на выпуск. Ну, конечно, папа, кто еще? Кто нам? Кому мы еще нужны, блин, страшные? Блин, а мне и папа ей не дал. Мне папа дал, а ей нет. Че, курим? Кальян курим. Охуенно, спасибо. Где ваши мужики? Нет у нас мужиков. Нет у меня мужика. Посоветуйте кого-нибудь. Очки или линзы носят? Ношу, но сегодня я не одела. Девчата, вас лысый искал. Как зовут подругу Александра? Какую именно? Зубы мудрости. Вы удаляли зубы мудрости? Я удаляла. Я хочу удалять зубы мудрости, потому что у меня внизу немножко сдвинулись неровные. А сверху идеально. Мужа нет, мужа нету. Мужей нет. Вам нужны реальные мушкетеры? А я знаю, какой-нибудь еще салат. Губы будут мешать. Ты хочешь еще что-нибудь? Я не могу уже есть. Может, какой-нибудь чай возьмем еще? Что за... Ну, давайте. Зеленый, да? Давай. А я салат еще. Что за разговор про губы? У меня свои губы. Блин, убери руку от... Люди мешаются. Саша. Маша, давай знакомиться. Давай. Сколько из Москвы? Саня. Так, я поправила просто. Да, есть. Вот видишь, сразу лист прибавили. Давай Чертанова. Я в прошлый раз просто жопу показывала. Подруга похожа на Малиновскую. А, мне, кстати, говорили. А, или ты. Я что, похожа на Малиновскую? Мне говорили, да. Что похоже, чем... Давно мне, правда, говорили, когда еще мелко было. Скажите своим, чтобы не... Я здесь не подруга меня. Огонь, какая вы уточняете? То я урод, то она урод. То она огонь, то я огонь. Что? Здание. Сколько должен получать мужик вопрос? Главное, чтобы работал. Нет, Маша должен получать минимум 2 ляма в месяц. Если нет, идите на евро. Что, правда? Мне уже лишь бы работало, не Альфонс. Я уже рада, если хотя бы работает. Если хотя бы Альфонс, но молодой, старых нам не надо. Работает уже хорошо. Если просто на помойке не выбирается, то уже супер. А красная помада яркая лучше. Я люблю красную помаду. Так ей идет, что такого? Ей надо? Молодой и работаю. Отлично. Ты молодой работаешь, вот то, что я искала. Все, нашлась жениха, Саня. А, вот сучки. 2 ляма, нихера. Мне 2 ляма надо, спасибо. Евро. Да здесь таких не водится, я тебя умоляю. Где официант? Я хочу салат. Ты мне очень нравишься. 19 сантиметров. Маша маленький, ей нужно 50 сантиметров. Папики слабы всегда. Я не ищу папика слабые. Она ищет 50 сантиметров. А я молодой и не работаю. Блин, 50 сантиметров, я вам подсказываю. 50 сантиметров, блин, мой рост. Вот, она ищет 50 сантиметров. Если тут нет таких болезней. Маша, а как найти тебя в инсте? Что ты будешь делать с такими деньгами? Я же говорю, мне 2 ляма не надо. Ей нужно 3. 2 это очень мало. Хоббит. Ну да, а что? Я тебя добавила. Зайди в инсту, тебя добавили. Купите Маше последний айфон, новую машину. И тогда, может быть, ее сердце немного растает, и она посмотрит в вашу сторону. Похожа на Марию Погребняк, ты похожа? Я? Не похожа. А можно человек какой-нибудь зеленый? Как там, лун или как он так называется? И салат огурцы, помидоры, оливковое масло. Что, огурцы, помидоры, без перца? Да, и оливковое масло, и все. Ты ничего не будешь? Похоже. Может, какой-нибудь десерт возьмешь? Нет, Саша, не буду. Ну, какой еще, может, какой-нибудь десерт? А у вас есть крем-брюле? А, спрашивал, у тебя ботокс зимой. Вот, давайте просто салат и крем-брюле. У тебя ботокс зимой, спасибо.
почему погребняк? Я не похожа на погребняк. Или ты на погребняк? Ну, шьям не я. А, не, ну что вот ты есть? Слушай, да? Машину, квартиру у тебя. А, 7 детей не хочешь? Хочу. Она не хочет 7, она хочет 8. Она все противоречит, больше. Как только в том анекдоте надо было учиться на одни пятерки. Можно вопрос? Тебе можно? Меня заинтересовало, что парни шьешь. Какие такие сочные? Естественно, мощные, сочные. А я найду человек, работаю уборщиком. А сколько тебе лет? Мне много лет. Тебя не смутит, что я взрослая женщина? Машка похожа. Она не взрослая, она очень взрослая. Вот это да. Ну, блин, что ты хотела? Справа, опять, кто справа? Мне 30, он пишет. Мне тоже 30. Ну, что ты делаешь? Не слушай тебя. Мне 24. А, Юлия Михайлова из Уральских пельменей. Да, на самом деле, вот про Юлю мне много говорили. Да? Да. А мне она не нравится, она как-то переигрутая. Мне просто многие говорят, что не похожа. Не похожа? У тебя вообще индивидуальность, ты не похожа на кого. Я не могу сказать, на кого ты инстаграмный похожа. Кто вот этот фиолетовый пишет мне? А вторая на Бонни похожа. Ну, есть немножко, да, согласна. Сколько тебе лет? Да не будем мы говорить. Не будем мы говорить, сколько нам лет. Старость не порог. Справа не очень, ты гонишь, слева норм. Ну, блин, справа кто? Во-первых, кто справа, кто слева, а во-вторых, на вкус и цвет. Справа я, с нашей стороны. Так. Ты очень секси-женщина. Секси-женщина, тебе 23. А, губы старый. Что? Ну, сейчас мы перемотаем. Что? Слева блондинка, кто в восточном календаре? Бобби хорошенький. Не говори. Какие не наивные дядки в чате. Кто вот этот фиолетовый? Которому 30 лет. А, Маша, мне понравилось. Ну, ты мне тоже понравился. Привет из Калининграда. А ты не ты ей очень понравился. Он из Калининграда. Ну, что так, а? Можно с вами? Девушка, у вас упала паспорт. Жопа сраная, паспорт. Справа, Боня. Чё там пишут? Филлерами пользуетесь. Что справа написали? Не знаю. Справа Бонни, ну это про меня. Я правда из Казани, Маша. Ну вот, видишь, нормальный парень, блин, из Казани. Может, ты мне... Что? Меня... Мы спрашиваем со мной, я на свидание угощаю. Ой, это угостите нас уже кто-нибудь еще тут все-таки на словах. У меня снизу две иконки. Привет. А Маша Водонаева прям. Да вообще не бабы чего не хотел. Погребня Водонаева. Упаси Господь, вообще Водонаева. Я приеду в Москву после Нового года. Вот я тебя жду. Давай. Я хочу Маша каждый вечер с тобой. Учил бы тебя читать. Я умею читать. Я просто плохо вижу. Нет, если вы так любите Машу, можно сердечек побольше. А что как-то плохо любить, я не вижу этого. Так, тренажер для... Маша тренажер, да, для похудения. Спортзал не надо ходить. Назима Рудковская, я даже не знаю, кто это такой. Привет, матрешки, как насчет? Ты прям поэт. А, видишь, плохо, это не проблема в наше время. Ну вот, видишь, какой... У меня прям все в рифму, рифма. Прям поэт. Из Махачкалы. Ой, или как там? Левый Ирина Шейк сошёл. Ну, мне уже тут тема сексуальная. С кузырей зашел. Ну да. Но он знает просто, что это мой кумир. Да? Ну, естественно, конечно. Сразу с кузырей. Ирина Шейк, это вообще... Вы пьете? Мы заказали чай. Ну, я уже набухалась, накидалась в двух ресторанах разных. Поэтому есть Гоу, тоже... А, в пятерку там просрочку можно на халяву жрать. Мы уже затарились. Моя любовь, я тебе... Где просрочка? Пятерочки. Моя любовь к тебе. А, классно. Ну, мы только в пятерочке ошибаемся. Слева хочу тебя надолго, которая в халате. Вам такси не нужен? Блин, мне чуть не получается немножко, как-то задеваю горячую штучку. А давай поближе подвинем, чтобы я читала. Она, мне кажется, еще не нагрелась, нет? А? Не настоялась. Маша, какой штучка? Консилер посоветуешь? Я не колю, я бы с удовольствием посоветовала. Вот так только надо сделать, да? Вот так. Ну, чуть-чуть поменьше. Тема сисек не раскрыта.
приезжайте в гости в Казань. Блин, вот с удовольствием, но работы много. Каждый день Клавелла будет петь. Да, я тебя уже люблю. А мне любимая песня 15 сантиметров. Кто-нибудь осилит больше? Крестовая. Крестовая. Машка, лет 350. Я думаю, то, что... Ну, конечно, да, 350. А чё не число? Чистокровные татарки нет. Я мессийская татарка. Я мессийская татарка. Чистокровная? Блин, может, нельзя уже такую ерунду завести? Да, я тебе говорю, дотягиваю, да, пипец? Ну, что-то мало. Так, давайте, дружки, до 600 человек. 219 сантиметров, не считая шляпы. Хотя бы 200, давайте. Что, девочка видит уже? Ну, это только так, вот. Какой 200, так, наконец-таки. Пешком прогулялся. Давайте 600. До 600 дойдете? Как в прошлый раз. Посоветую. Брови, как забор на даче. Ну, что делать? Нет, если они мне так растут. Просто вот. Девушки, наверное, простите, привет. Что вы морозите? Просто если давай так брови заведи растут, свой перископ. Мари, у меня нет перископа, я первый раз в перископе. Но она теперь заведет его. Да, я первый раз в перископе, и мне прям интересно. Но я Машу следила. Мне прям интересно послушать, что пишет. Маш, ничего хорошего не пишет. Не, ну кто-то пишет нормальные же вещи. Ну, есть, да, нормальные люди, но их мало. В Казани парень лишь нормально пишет. Что будет мне... Вот он и пишет. Что он работает, ему 30 лет. Что будет мне голову лупить. Маша, напиши мне в директ. Маша, у тебя подружка супер. И ты. Подружка ужасная. Мне скверный характер, мне плохо знает. Это я для нее хорошая, для вас нихуя. Плохая. Ей я все прощу, вам не было вообще ничего. Не понял, а что ненормальный? Нормальный? Почему нормальный? Ты меня смотришь прям, не знаю, что делать. Привет, тетенька. Тетенька. Тетя Маша. Ну, прикинь, когда ты будешь тетя. Тетя Маша, привет. Что? Базилики и зелень. Так, с мозолей. Так, блин, у меня аж резинка на трусах лопнула. Чуть-чуть только чай настоялся, чуть-чуть, и все. Блин, ну как-то так неудобно брать. Баб Маша. На самом деле, сейчас. Баб Маша. Ребята, смешите меня. Но, блин, он все равно еще не стоял. Так, вы приходите, девчонки, приятно с вами общаться. А куда приходить-то? Приходите, главное. В Казань. А, пушап зачем одела? Чтобы титьки появились. А ничего, что они у нее еще больше, то она их еще завила. Нет, это тройной пушап, что ты людей обманываешь. Конечно. Он горячий очень. Горячий? Да. Прям очень. У Маши ремень мужской. Ну да, что делать? Че у него? Ремень мужской. Как они ремень-то видели? Пуша прудит. Да, так девочки парни обманывают. Вам Борей надо не спухи. Ну, тебе. Ну, тебе-то виднее. Так, как из боков куколки, чей канал у нас. Дай номер. У нас есть главный йогурт, вот он. Мы просто его скрывали. Жених. Это наш главный ёбарь в этой жизни. О, Господи. Я так и знала, что... Маша, сколько у тебя искать перископия? Ну, я сюда лью потом. Маша, ты что? Холостая или заряженная? Я холостая. Не трогайте это в моей куколке. Африка, не знаю, про меня. У меня после солярия глаза болят немножко. Какой мне там что? Рядом что за существо? Это я? Я не знаю, они там. Видите, грубо или нежно? Это, наверное, мои ненавистники. Видите, грубо или нежно? Рядом жопа странная сидит.
Так, покажи еще раз. Так. Пап, Маш, кормить будешь меня? Конечно, буду. Я очень хорошо готовлю. Главная работа. Да, она готовит, она даже меня учила готовить. Губы накачаны. Нет, губы свои. Что-то у нее все свое, вы что, путаете? Что-то путаете? Страшно. Что не путаются? Да. Юр, ну как говорят? Губы рабочие. Как зовут? Зовут? Никак, мы сами приходим. Нас не зовут. Все сожрала. Так. Подругу все сожрала, сказали? Пахали. А что? Подожди, подожди. Как? Главное, домашний очаг веди. Хорошо, я буду вести домашний очаг. Мне это очень хорошо получается. Ее встретить вообще, я ее, знаете, 2 года хотела встретить, вот только сейчас получилось. Девушки должны этим делом заниматься, что же делать мужчины. Каким делом? Крест с брюликами, хрустальные, а бижутерия. Чем не есть? Разве есть ложка? А где вы сидите? Что не дала ложку. Мясо и рыба. Почему я мне не дала ложку к десерту? Позитивные, веселые девушки. Видишь, что нормальные вещи даже пришли. Вдохни на полную грудь. А все, вам... Так красиво, с чувством юмора и готовить умеет. Все, женюсь. Я согласна, хорошо. Нет, но если ты составишь компанию, я плачу на счет, мы не просим. Он в Казани, а если... только на платье. Нет, уже этот человек. Да, он в Казани живет. Вот этот зеленый? А зеленый? Да. Вы не против, что... Да. Вы не против, что я составлю вам компанию? Ну, мы не против, если ты оплачешь на счет. Если мы будем платить на счет, то мы против. Так, а почему? Много желающих. В Чегане сидят, подумают, что там олигархи. Нет, мы просто встретились, давно не виделись. В Чегане, ну, конечно, в Чегане олигархи и водят. А вы думаете? Прикинь, я сижу рядом с вами. Молодец. Да? Да? Может, тут сидит. Он не он сидит. Рубашки. Дебил. Ресторан сидит. Ну что там, согласна? Иди на кухню давай. А что такая большая? Ну, уже иду. Сейчас там это так решу. Да, может тебе татарское спросить? Я не знаю. На ночь есть вредно. Ну что я такая дрищу, что мне можно? Он пишет, на ночь есть вредно. Ну что я дрищу, что мне можно? Давай все нормально налью, тут спасибо. Не настоялся. Не настоялся? Щит какой-то зеленый лун, но мне кажется, какой-то бред. Какой-то слишком прозрачный. 140 человек общается один. Нет, Маша, для тебя важно. 140 человек общается один. Нет, Маша, для тебя важно. Что очень мало народу, обычно 600. Маша, тут твои маленькие сиськи, блин, с самовиной. Вот сейчас сразу начнет народ прибавляться. Тут пишут, у меня член настоящий, а у кого-то не настоящий. Мы просто встречали человек, бывает не настоящий. Что за игнор? Выхачи. Я, да. А что, это плохо? Что там вот профессионально с Марией? Маше сколько лет? Много лет? Я Дагестан, а чё? Ты такая? У Маши красивая улыбка, спасибо. А почему такая улыбка? Да, что? Я козлый вовчер. Здоровые люди? А ты Маша много всех. Скромная девушка, класс. Ну, тебе тогда ко мне. Уф. Вот это зубы. Это зубы кого? А? Кого? Не знаю. Спасибо. Колец. А у тебя есть наличка, ну, на чай ставить? Да? А у меня просто в карту. Так, хотела бы жить в США. Хочешь жить в США? Я, да, и в Майами хочу жить.
Дело американское. Почем картошка у вас? Я не знаю, сколько картошка. У нас нет картошки. Скажи, подруга, пускай. Молчит? А, скажи подруге, пускай она тебя поцелует. Значит, еще. Маша в гифаке, наличка в трусах. Маш, ты полез мне, подойдешь? Че пишет? Ты к Ельцине подойдешь, ты же не собака. Что, в России не хотите жить? Я хочу жить в Москве. Едем в Майами. А я хочу жить в Сочи. Я хочу жить в Москве. А я реально съездила в Сочи, слетали. Она же тебя любит, как подруга. Я могу ее поцеловать? Как у Маши на личном фронте, не очень. Не ради вас. Слетаю в Сочи, я недавно была в Сочи, знаешь, как мне понравилось, я туда хочу теперь переехать. Да? Да, там очень я хочу там жить. Там в Москве. Да? Да, там вообще супер, еще погода классная. Я была в Сочи зимой прошлой, на лыжах каталась. Ну, ты была на поляне или в Сочи? Ну, я и на поляне, и в Сочи была. На поляне на лыжах, а в Сочи просто. Я была тоже давно на поляне. Я жду адрес Чихана на Дмитрия Ульянова. Хорошо жить в Москве. Только на Майбах уезжайте. Маша на меньше не согласна. Маша на меньше не согласна. А на меньше я не согласна. Вот эти люди, которые мимо нас идут и зырят, я не понимаю, что они хотят. Там еще камни. Почему все спишут, какой у меня рост? Это важно? Важен рост? Важен рост, вес. Рост? Вес? Твое телосложение, твоя грудь. Да? Твой возраст. А душа? Душа не душа плохо. А, сейчас на Неве подъеду, одевайся, Саша. Ну, я только на какую машину согласна. Маш, карьерный рост. Привет. Душа, душа. Сочи хорошо. Душа, ну зачем? Что с губами? А что с губами? Что посоветуете сделать с губами? Да. Такие лица смешные вообще. Приятного аппетита. Спасибо. Вы мне уже испортили. Поздно. Поздно, друзья, желать приятного. Мне нужна душа. Ты что, потому что мне нужна душа. Вы это моля. Я надеюсь, Мария, ты не такая меркантильная, как Саша. Она, конечно, не такая, она еще хуже. Ребятки, расслабьтесь. Вы все простые, не могу. Это Альфонс уже подключились, ты поняла? Да, Маша очень меркантильная. Альфонсы, приветики. У которых губы накрашены. Саша, свои губы. Дебила вообще. У меня верхняя только подкачана, и то 0,4. А это вообще миллимизерная. Я не готов тратить деньги. Я не прошу тратить на меня деньги. 90-60-90. Конечно. Она как Моника Белуччи. Что? Маша, жги, надо короче, просто сделать ему омлет. Мои сладкие. Скажи, что делает подруга. Кушает. Ты такой милый. Я бы с такими девушками встречаться не стала. Ничего страшного, мы переживем. Мои козочки. Это из соседней помойки вам жарко. Маша, 1000 баксов и наша. Ай-яй-яй-яй-яй. Солярка, глаза, блин. Блин, такая травка вкусная. Блин, так и знала то, что я приду косметолога. Вот он написал, забыл про неё. Меня отвечает. Себе
спишь, сколько лет? Какой рост и какой вес? Блять, какая разница? Я забыла, если... Это что-то поменяет, мы все равно с вами не будем знакомиться. Паша Цыган привет передавал. Сами себе, наверное. В смысле? Хотите мне замуж, видишь, уже пишет. А мне кого... или тебе? Я замуж или Саша замуж? Сколько зарабатываешь? Ну, неплохо зарабатываешь. Не хватает. Лайки, лайки, лайки. Может, уже замужем был? Да, прости, забыла, я же с тобой замужем уже. Маша мужика, что? Обеспечивать сможешь? Три мужика не буду обеспечивать, мужик тоже должен работать. Конечно, только будет. Девушки ты должны пахать, мужчина тоже должен работать. Конечно, она будет мужика обеспечивать. Ты то лукавишь, что? А? Ты будешь мужика обеспечивать, что-то знаешь. Я не буду мужика обеспечивать. Мне хватит, сколько можно. Она врет. Не, не буду. Не знаю, она будет. Не буду. Все альфонсы все к ней. Машулька, счастье, сердце. Ты работаешь на заправке? Не. Машулька. Сердце забрала. Так, сколько стоит дернуть в Москве кальян? Сколько кальян стоит? Полторы, наверное, где-то две. Ну, не знаю, может, даже три. Я не знаю, не смотрела. Господи. Я вчера в чешском порно снялся. Чем кальян курить? Если мужик будет хорошо жать, красивый. Так много пишут и не успевает читать. Забыли. Вдруг он директор заправки. Маша, это любимая поза. Секс. Поспать я люблю. И поесть. Тоже люблю. И я. Маша, Маша, моя козочка. Кто там это пишет-то? Козочка. Кто это? Вы знакомый какой-то? Что ты любишь? Не хочу, Саша. Не хочешь? Дети? 69 Машка любит. Видишь, уже за меня ответили. Так, девочки, давайте в Красную Поляну. Так, хочу кататься. Ой, я, кстати, в понедельник приезжаю в Сочи. Но не знаю, куда это. Я, наверное, на зимние, но я кататься умею. Ну, а в понедельник будет в Сочи, да, я умею кататься. Да, даже прямой эфир. Ладно, пошел сериал смотреть. Давай. Так, одну минуточку. Если задаете, представьте большой шрифт, потому что Маша плохо видит. Такая ремарочка. Так они тебе пришлют большой шрифт. Ну вот, нет, ну вот они маленьком, а можно большой. Спасибо. Сочи интересно, я знаю, да. Маша, у тебя... Сочи не интересно, они пишут. Да, сосочки с рубль или с 5-рублевую. Маш, хватит улыбаться, грудь покажи. Ну, покажу. Маш, я тебя научу кататься. Я умею кататься на лыжах очень да? хорошо. Ты умеешь хорошо кататься? Да. Я только научилась в прошлом году в Австрии. Не, я хорошо катаюсь. Прям вот с таких прям гор? Вот ну, таких? Я... Ну, вот с таких синих, погодим, нет, да? синих я могу кататься. Вот с таких нет, да? Да. Я боюсь пока. Где ты каталась? В Сочи, в Андорре. А, ну в Сочи по логике. Я в Австрии была, там вообще упала. Там просто даже я... профессионал на скорую возили. Там реально очень сложно. А я так чуть-чуть научилась на маленькой горке и всё. Да. Маленькой горке и всё. Да. Я подарю Маше очки. Спасибо. Это очень хороший подарок. Мне он очень нужен. Я что-то заблокировала. Это эффектная баба. Здравствуйте, хочешь? Ну вот эта штука, это не... Как она называется? Не крем-брюле. Жена, прием. Прием, муж, прием. Крем-брюле должен быть, он такой, типа, жесткий, а это вообще мягкое. Да? Это вообще говно. Вот яйцо растолкали, и все. Лыжка уже дымит. От
секста похода. Да еще налью тебя. Флешка уже дымит от секста похода. Флешка? Это что такое? Это типа голова кипит. Метафора. Какие-то умные собрались. Умные, да. В Италии, я была в Италии, я объездила всю Италию, Венецию, мне очень понравилось. Горячий, пока не пей. Спасибо, Саша. Очень горячий. Маша, быстро. Что-то уменьшается, потому что я сиськи забрала, я тебе говорю. Маша, умная девочка, ну, хоть кто-то. Хоть кто-то пишет мне хорошие вещи, спасибо. А то дура, то старая, то страшная. Горячая, горячая. Надо ешь. Ну? Жена фамилию скажи, и вот. Я пошел. Вот, правильный муж, человек муж. Начал, видишь, как большим шрифтом писать. Да, сразу же пишет большим шрифтом, чтобы я увидела. Спасибо, муж любимый. Класс. Спасибо. Маша, ты похожа на... пельмени девушка, да, есть, мне, есть это, да, мне все об этом говорят, и я из Армении пишу. Больше всего, из Еревана. Одежда. Одежда? Вот это? То, что на ней одета? Мне тоже. Так. Фамилию говори. Я не могу сказать фамилию, тут очень много народа. Говори. Спасибо. Мой Знюха поздравляется. С днем рождения. Тебя? А, у кого-то день рождения. Девочки, привет, слышали. Очень быстро как-то все. Кидай ботов. А что ты такая красивая, ты делаешься? А боты это кто, Сань? Бот, боты? Кто? Боты это кто? А, они думают, что это не настоящие люди нам пишут, а типа... Боты? Ну да, которых мы попросили, как искусственные подписчики, дебилы. Нет, здесь нет искусственных, это боты? Настоящие, да. Да, с днем рождения. Конечно, боты, живые люди вообще-то, дебилы. Я долго читаю, потому что очень много тут сообщений. Мы половину вообще даже не видим, но похуй. В школе нет, я не училась. Она вообще, она сразу в институт поступила и тоже ушла. Да. Замужем без была, школы. Не была. Без школы. В школу Маш, надо попробуем. Ходить, я просто не знала. Нет, слушай, спасибо. Вот так. Нет, она училась 11 лет, а потом ее отчислили. Маша, давно не читала, забыла буквы. Да. Нет, вы знаете, нет, если бы я еще и читать умела, и писать умела, прям цены бы мне не было. Нет, она просто... Я бы уже в посольстве работала, если бы еще читать умела. Она отучилась 11 лет, а потом ее отчислили. После 11 лет. Сказали, непригодно. Для школы. Иди в институт. Иди в институт. Пора в институт, если непригодно для школы. Так. Мари, видишь, как он пишет? Молодец. Угу. Спасибо за большой штрих. Состык покусать. Ты вначале писать научись грамотно, чтобы писать. Маша, надо замутить срочно. Мудрая женщина. Поздравьте Вагея. Поздравь Вагея, пожалуйста. Поздравляю с днем рождения. Может быть, я не так сделала. Иди на мисс России. Я маленькая. Меня не возьмут. Боня, кстати, очень даже маленькая, не 167, но она выиграла какой-то титул там. Даже на мисс мир участвовала. Ну, блин, мне с моим ростом на полтора месяца. Таких не берут в космонавты. Да. Я разрешаю скрутить тему. Грудь супер. Если у вас есть тема. Посрать тебе приятно. Желательно не евро. Ты слишком взрослая для мисс. Вот. И взрослая, и маленькая, старая. Ой, что еще сейчас... писали? И штукатурка с меня сыпется. Они сейчас скажут. Вот эти советчики. Советчики? Вот как вы скажете, так и будет. Что посоветуете нам сделать? Это мне бесплатно. Нет. Нет, это мне бесплатно. Даже я тебе и платно не дам.
Нет, мы только бесплатно не даем. Ты чё? Чё ты врёшь людям? Хочешь стать президентом? Нет. У меня образования для этого не хватает. Просто ру. Нет, как моя любимая, фраза, свой совет себе посоветуй для начала. Так, три ямы Еры, у тебя подруга. Удалёнок. Глаза красивые. Чё написал? Тебя подруга мало весит? Я? Ты, я? Нет, типа... Ну, это типа такая шутка, ага, посмейся. У тебя большие красивые губы. Ты красивая, спасибо. Сколько вам лет? Через один вопрос, сколько вам лет? Много. Нет, я тебя... Почему вам так интересно, сколько нам лет? Ну, это вообще не актуально уже. Ореховое масло кушаете, видишь, спрашиваю. Нам уже столько лет, когда мы уже в том возрасте, когда возраст, про возраст уже не спрашивают. 24-30 лет. Нет, 30 лет. 20, ей 24. 30 лет. Ну, конечно, да. Ты сейчас скажешь 40. 30. Сколько лет? Возраст вам соку. Вот, а кто-то пишет, что я уже старая. Спасибо. От 25 до 27. Прожжённый подписчик. Мудрая, злая женщина. Им 25, так что размер член 25. Ну, это логично, мой да. Друг. Маша, ты красива. Сам себе похвалишь, что ещё похвалишь? Ну да, картавлю я. Есть такой нюанс. Спасибо. Я буфту. Спасибо. Сбила вообще просто. Кто не пишет это? Ну что? Что людям скучно делать, ничего пишет. Тр-тр-тр-тр-тр. Почему он это пишет? Трактор-тр-тр-тр. Трактор-тр-тр-тр. Маша вышла замуж за футболиста. Главное, да, что человек хороший. И бросила его. Это был Мамаев. Маша, ты теперь. Глаза, губы, грудь, все заебись. Потом выставим. Снича? А, блин, свет. Снича? Мне рот открыт сами. Так, Маша, с тобой только на что? Перепухом встречаться. А вот, злые вы. А вот тебя мы заблокируем. Ну, злой. Подерни камеру чуток на подругу, чтобы ее видно было. Сань, подвинь камеру. Кому я сдалась? Дай сфоткаюсь. Блин, свет немножко вот чуть-чуть сюда как-то. Саша прошаренная. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет, я это просто охуенная. Спасибо. Я бы женился. Спасибо. Я как раз мужа ищу. Я как раз мужа ищу. А я бы нет. Маша, ты кто по нации? Я помесь. Дебильные какие-то. Это такое. Как ваши дела? Женщина, что дебильные вопросы о возрасте. Да, я согласна, что женщины возраст спрашивать некорректно. Привет. Да, спасибо, и тебе приятного вечера. Маш, помнишь? Да, помнишь. Нет, татарский кол. Потом, когда будем выходить, я хочу полный рост в зеркале сфоткаться. Давай, давай. Я попишу мою малявочку. Да? Малявочка. Толстушечка, старушечка. Нет, малявочка просто. Малявочка, толстушечка, старушечка. Нет, толстушка это вообще. Что это за красота? Ну, видишь, хоть кто-то пишет комплименты. Вы прям поднимаете мне настроение. У меня, блин, глаза так сколько болят, что еще дохнут. Маш, вы очень хороший человек. Спасибо. А не вижу, что я душу насквозь. Люблю татаров. Спасибо. Хотелось бы продолжить общение. Надо. Клевое. Hello. Hello.
шикарный грудь, спасибо. Зрители уменьшились. Что-то плохо делаешь. Что? Не знаю, плохо общаешься. На крестике у девушки спрашивается. Что-то плохо общаешься, что зрители уменьшились. А? Что? Зрители уменьшились. Сань, хватит мои сиськи показывать. Дай почитаю, хочу пишет, а? Читаю. Вот, видишь, раз стали прибавлять. Вот, а не Маша страшная. Нет, Маша, Маша, где мои 17 вот лет? Делать, вот так делай, только чтобы сверху было. Да, что за шлюхи? И тебе добрый вечер. Кто, подожди, кто это написал? Где? Я не вижу. Зелененький парень. А, всё. Вот. Ну или девушка. Иди нахер. Недолго было твое счастье. Маш, поближе к нам, пожалуйста. Тетички. Жопа у тебя не слипнется? Идем ко мне на шашлыки. Вот так, делай вот так. Ко мне пишется раздельно. Да, они типа думают, что они такие стеты, самые умные. Ты сейчас делаешь, что убрала. А, напишите мне в директ. Винишко выпили, мы не пьем, мы пьем чай. Я была локалом. Маша тебе ничего не дали. Я думаю, что мне можно позволить себе. Губастый таракан, спасибо. Саша, тебя используют для рейтинга. Спасибо. Так я сама себе позволяю использовать. Чё, блядь? Пилетки. Кошмар. Так Маша, она не знала про перископ, поэтому она тоже зарегится. Я первый раз перископ, мне прям интересно. Поэтому потом заходите, да, к Машке. Я, наверное, сегодня скачаю себе перископ. Естественно, и подпишись на меня, на тебя будем друг дружке заходить. Да. Я скоро лечу в Сочи, будешь мне комментировать. Теперь, ну, блин. Саша, ты богиня. Саша, не тебе пишет? Что ты богиня. Да, Саша, перископ всегда бухаю. Не дочь, я буду лезть, да? Заходить сюда, в это говно. Маш, делай тест. Нет, я буду трезвой заходить, слушать, какая старая, страшная. Маша, ты кто по знаку? По знаку зодиака? Телец. Маша смущалась. Ты готова? Чего? Я сегодня сходила, ребятки, я сегодня сходила в солярий на 12 минут. Никогда не ходить, смотри, сколько у меня красная грудь и глаза болят. Телец я. Реально, сейчас заплачу. Саша, давай встретимся в Сочи. Где ж тебе парень? Давай, мне кто-то в прошлый раз предлагал, что он за мной заедет на гелике, но так никто не заехал. Так никто не заехал. Свисток такой. Я без линз, да, сегодня без линз. Я поэтому уже телефон в руки взяла, чтобы читать. Дрова мая. Нет, в апреле. От солярия рак кожи. Ты что? Да, только у меня идеально знаю, где девушки. Походу дела. Глаза болят. Глаза? Mm. Идеальный знак для девушки. Катя. Да, блин, ты бы так еще хуже, ты сиськи свои скрываешь. Я буду вот так общаться. Ухо. Не пизди. Оставь ухо. Нет, вот так. Хорош. Машка прибухана уже. Я не пью алкоголь вообще. Да, блин, я за нее выпила все, что не было. Из алкашки. В Сочи встречу. Он тебя уже встречает в Сочи. Да кто меня там все хочет встретить? Андрей, ты что ли? Это, наверное, Андрюшка или вы друзья? Да? Там есть дружбан. В каком районе живете? Мы в центре живем. Профсоюзная. Маша. Ну, это не совсем центр, но... Маша. Внучка Анфисы Чеховой. Внучка. Внучка. Правнучка. Маша, тебе 33? Нет, 30. Вообще дебила просто. Что, заблокировать сказать? Пускай. Сули на грудь. Классно. Можете меня пооскорблять, мне это нравится. Я с этим захилу. Ну почему 35? 30. Блин, я ничего поели. Не выгляжу я на 35, не в 30. Не, не 17. Да это знаешь, что... Ну, у меня что, тоже есть ненавистники, теперь твои ненавистники. Мои? Нет, тоже ненавистников. Ну, которые, помнишь, у меня есть всякую фигню, всякую. Да, они тоже. Ты твой же. Мы расхотели с Машей разлучить, но мы с того места. Господи, приезжайте в гости ко мне. Мы, кстати, идем на следующих выходных на Баст, Барвиху, на концерт. На балконе будем тусить. Ну, конечно, мы не обращаем внимания, люди разные. Приглашаем вас на нас посмотреть, мы на балконе будем. Саша, где загорала? В
солярии, вот, видите? Так позагорал, что баста, там глаза, баста, да. Глаза болят. Я забыла там. Баста, баста. 12 декабря в Барвихе что-то там, какой-то концерт. Ну, забыл, как это называется, комплекс. Там вдруг взял балкон, соло скупил. Позвал нас. Саня. Капец загар. В смысле капец загар? Саня, что это? Саня, это что? Просто кот. Юморист. Как вам подъезжаем мы в Чехане, Дмитрий Ульян? Все хотят подъехать, когда мы уже счет оплатим, хитренькие такие. Ну да уж, мы сами поедем. Зайти ко мне в эфир. Саш, ты без силикона была бы красивее. Чё ж ты меня из силикона? Ну, видишь, сейчас такое время, что когда у человека что-то свое, что-то свое, уже никто не верит. Я была бы старые. Я была бы красивее, если бы вот эти глаз красных не было, которые есть у меня в соляре. Ну, вам-то виднее. Не всем же быть красивым такой. Кто-то должен страшно. Я просто представляю, как эти люди выглядят, которые нам пишут комментарии. Жду на Барвихе. Подними брови наверх. А немножко на Барвихе. Прикол еще. Подними брови наверх. Хочешь, кстати, на камень сходить за выходные? В эти? Пошли, да. Я не работаю. Ну, я не смогу, только ты пойдешь. Пошли. А что ты не сможешь? Ну, я буду стрессовать. Я отдыхаю с водкой. Я скажу вам другую. Давай. Заходи в эфир. Ну, про два билета. Короче, ребят, я скачаю перископ. Все, да, и все перед. Да, я думала уже, нет, так как я старая женщина, я думала заводить кошек уже. Нет, знаешь, но я заведу если перископ. Если мы друг на друга подпишемся, когда, например, ты заходишь, ты можешь такую стрелочку делать, и все мои подписчики. И все мои подписчики к тебе перейдут. Так что подписывайся. Я думала уже заводить кошек и вино, но я заведу перископ, буду общаться, слушать, какая старая, кривая, косая. Ой, мне так нравится, когда мне зашиска. Я сюда специально все время по пьяни захожу, чтобы расслабляться. Послушать, да? Ну, естественно. Критику послушать. Не просто трезвая, я бы... Выходи за меня. Хорошо. Я как раз себе мужа ищу. Боже, какая красота. Тут нормальные же вещи пишут. Саня. Ну, плохо видно просто. Ты настроена. Господи, что? Заходи на прямой. Скажите, где вы? На Дмитрия Ульянова. Боже мой, мне кажется, уже... Не знаю, я уже карточку все отправила, мне деньги не пришли, если честно. Короче, через один спрашивают, сколько лет, какой рост, где вы? Где мы? В Чехане на Дмитрия Ульянова. Ну, мы с мужчиной, вот, если что, так что... Так что бойтесь нашего мужчины. Какой твой идеал мужчины? Работящий. Вот. Работящий. В смысле, вот. Молчаливый, не надо ничего. Ничего не просит, ничего не говорит. Замечаний не делает. Говори три слова. Люблю, куплю, поедем. Да только деньги на это. Люблю, куплю, поедем. Без кавалер. Они что, дебилы? Мы показываем. Вот. Вот наш кавалер. Я не понимаю этого вопроса. Вот кавалер. В смысле без кавалера? Ха. Может, чешется? Заходи. Ты парень спишь, заходи, заходи. А ты можешь к нему на эфир зайти? Нет, конечно, дебил просто. Так. Давай. Сиськи вот. Маш, плохо видно сиськи. Мышцы все уменьшаются. Нифиг с ним. Я когда, короче, чтобы зрители, я жопу показывала. Ну, жив. Нет, я не замужем. Потому что так зрители уменьшались. На мою жопу. Кавалер вообще-то очень плотный, его не стащить. Он как мы, нас, наверное, четверо. Такой у нас кавалер. Слушай, подруги, заходи ко мне. Боже, у меня так болят глаза. Помогите, что делать. У меня еще чмень в глазу. Чмень?
Угу, еще они мне сглазили. Посмотрелась. Саша, покажи. Что показалось? Что? Ячмень? Мне кажется, его видно. Не видно. Не видно. Нет, не открою. Куда больше еще? Вы евреи? А, не, это за это? Сестра Давида, но это мой больше парень. Нет, это Дагестан. Половина. Что? Или половина вещи, даже половина, не понимаю, что он пишет. Читай, потому что я не вижу. Что-то мало народу. А где лайки вообще? Нет сердечек, мы сейчас видим туда, оттуда. Одно коричневое какашку показалось. Бутылиные масочки. Естественно, ничего не видно. Я вам отправлю водителя. Ты сам приезжай. Ой, водителя. Это вы знаешь, как покажи номер карты и отправлю деньги. То же самое. Это тоже серия опера. Держит сердечко. Ну вот, вот это я понимаю. Да. Привет, красивая. Привет. Кто на тебе? Может, тебе. Нет. Твои ненавистники. Привет, куры.
хочу увидеть твою влагалище. Ну, очень просто грамотные люди. Твое, пишется, твое. Две глаза болят после солярия. Передай привет я. Кому? Я Сосу Бибу. Привет. Да, очень красиво, особенно после солярия, когда вообще вот, вся грудь красная, все перезагорало, и глаза болят. Я хочу что поцеловать? Пятку? Пятку. У меня рост 108. Губы перекачала. 106, 108. Я не качала губы, если вот у меня. Мне и так все хорошо, зачем качать губы? Не подсказывай им. Ну, блин. Частый вопрос про мои губы. Губы у меня свои. Видите ваши пещерки. У них есть инсты, да? У меня вообще ничего нет. Нет, собственно. Я футболист. Подожди. Футфетиш. Футфетиш. Что такое футфетиш? Фетиш это вот, например, твои симпатии в сексе. Это называется фетиш. Фетиш? Вот нравится. А футфетиш это что? Что такое футфетиш? Блин, я тебе потом скажу. Не очень прилично. Неприлично? Да. Ноги хочу ваши слова. Глядь на глаза. Саша, ты прекрасна. Тупые. Но не всем же быть умной, как вы. А, да. Ну да, есть. Хочу ваши ступни, красотки. Мне иногда пишут, покажи свои пальцы ног. Нормально? Выше людей свой. Фетиш, да, ты говоришь? У каждого свой фетиш. Фетиш. Вы откуда родом? Я уже говорила. Фут, потому что это нога, ноги по-английски. Поэтому фут фетиш. Не, знаешь, что фут это нога, а фут фетиш это что? Ну, целовать ступни ног? Человека ног, да. У кого-то такой фетиш есть? Да, ну, вот этот дебил, который они сам пишут. Покажи свои ноги, покажи свои пальцы. А фут это еда. Фут еда и фут нога. Глаза болят вообще. Часть тела. Вот так мы встретились с Машей и стали блогером-перископщиками. Причем я Машу посадила, потому что она такой не была. Хочешь спать? Я тоже пятый раз сюда захожу. Я не хочу спать, а я просто после солярия, у меня болят глаза очень сильно. Видите, грудь все красная. Наверное, 12 минут ходила. Была белой. Потом у меня болят глаза, и я ужасно выгляжу. Сань, читай, не вижу. Саня тащится от твоей груди. Саня, ты тащишься от твоей груди? Я вообще, я. Только Саня тащится. Так я и имею право трогать. Да. И видеться, и трогаться. Машу заберешь в солярий. Я не хожу. Мне денег нет на солярий. Это вот дорого. Мы счёты не можем оплатить. Счёт уже сидим. Сидим, сейчас ждём. Я карту уже наели, наели, а я карту показывала, да. Никто не хочет оплачивать на счёт. Я не качаю губы. Ребят, я не качаю губы. Блин, они ещё. Спасибо.
Фак ю. Хоть без ошибок, и то хорошо, знаешь. А в ответ тишина. Мы пропустили очень много смс-ок, поэтому пропустили. Маш, ты закрываешь. Закрываешься. Ничего, а мне приятно, что вы воспитаны. Естественная красота всегда в приоритете. Вот. Листается, читается. Когда пишут большим шрифтом, я вижу. Да, пишите, да. Пожалуйста, все большим. Спасибо, и что пишете. И сердечки пишите. Или Маша выйдет из перископа. Видишь, как действенно. Салют не трезвая. Я не трезвая? А, абсолютно. Абсолютно трезвая. Маша, да, я нет. Привет, из Чикаго, привет. Маша воспитанная такая девочка, я стараюсь. Не то, что я плохиш. Такой больной фиолет, ну, что больной. Маша. Кадры ходят, если она выйдет из того, я покажу. Маша, как с тобой можно связаться, кроме как тут? Так она скоро зарегистрируется в перископе, заходите. Я, да, я скоро зарегистрируюсь. Мне понравилось общаться с виртуальными людьми. Да, слушайте, просто в реале критику. Никто не общается. Да, в реале со мной никто не общается, знаете, хотя бы виртуально. А на экране она красиво выглядит. Да, да, да. Что там написали такие... Такие разные подруги, действительно. Так, такие только подругами становятся. Да. Противоположности притягиваются. У меня нет в инсте, мне дебили инста, я должна буду говорить. А я в соцсетях вообще не сижу. Пиздишь ты из инсте. Ну, блин, сейчас как подпишутся, будут гадости мне писать. Не будут они гадости писать. Ну, как они так же пишут, что я старая, стрёмная, ужасная, кривая, косая. Я расстроилась и все. Правда, не надо писать, пишите лезть, что она красивая, то все. Да, напишите хоть что-нибудь хорошее. Я уже старая, она и так это знает. Я уже не могу это слушать, я расстроилась. Она и так это знает, когда каждый раз смотрит в зеркало. Напишите хоть, что она красивая, высокая, худая. Поврите хоть 5 минут. Мне приятно, вам все равно, мне приятно. Кто из вас Кафырин Саша? Ну, угадай стрифест. Сложно. Я уже похвалила. Видишь, кто похвалил? А где сердечки? Блин, не видишь, что сердечко нет? Ты красивая, высокая. Сань, да тебе я высокая. Мне забежите что-нибудь. Ты красивая, но маленькая. Ты некрасивая и маленькая. И штукатурка тебе сыпется. Да. У тебя красивые морщины. О, спасибо. Большим главным текстом пишет, вот знает, как ты. Знает, да. У тебя красивые морщины. У нее красивые мужчины, но не морщины. У тебя красивые морщины. Я не была замужем. Не собираюсь, как бы, если честно. Иначе я не потянусь. Вообще-то Маша и так потянет без меня, что за бред. Так, хватит оскорблять ее. Я буду сам ее оскорблять. Можете оставить маленькие это мне. Маленькие женщины созданы для любви. Вот, спасибо. Мне очень приятно слышать. Маша с ног сшибательная улыбка. Спасибо. Вот, с ног сшибает. Вот. Да, тут один мужчина пришел, упал, когда на лоб забыл. Машка, ты живешь на профсоюзной? Нет. Ну, практически. Ну, практически. В районе. Мы в районе в этом. О, Маша. Я Маша. Мария. Оскорблять женщину может только слабый. Кто? Слабый кто? Ну да, я согласна.
коротенько. Как же подругу завидует Маша? Я очень ей завидую, поверь. Я всем завидую. Ты как сладкое яблоко. Мне просто, когда Маша зарегистрируется, я сделаю, что называется, штучку такую, и все подписчики мои к ней перейдут. А тут как в Инстаграме, да, у тебя подписчики, короче. И ты можешь выходить в прямой эфир. Да, мы просто друг на друг подпишемся, и там можно делать, чтобы мои подписчики к тебе пересылались. Да? Да. Я так сделаю. Тот муж, что мы из Казани, будет мне писать, да? Естественно, да. Привет. Я так сделаю, и у тебя тоже будет народ. А-а-а. Просто там, видишь, если ты пишешь, ты не потянешь без меня. Да? Потянешь. Блин, я даже не знала, что существует перископ. Я думала, что только можно в Инстаграме прямой эфир заходить. Мешаются. Сиски рулят. Что вы думаете, это я за счет Маши, у меня столько народа. Это все из сиски. Нет, в прошлый раз реально с подружкой сидели просто 600 человек. Я не знаю, как это получилось. Я даже уходить не хотела. Да? В течение получаса реально 600 человек. Ой. Меня нас сейчас просто сиськи прикрывают. Тоже очень классно. Кто именно? Кто? Красотки. А, все. Крысотки. Прям самооценка поднялась, знаешь, резко-резко. Мне нравится, наоборот, антикомплименты. Я кайфую. Да? Я мазохистка, да. Мазохистка? Присылайте мне антикомплименты. Я хочу послушать их. Блин, уменьшаются. Давай скачаем. Давай скачаем одновременно будем заходить. Сейчас скачаем. Сейчас в машине скачают перископ и будет вам Маша. Так, где надо скачать? В App Store, да, перископ? Угу. Перископ. Сейчас закачаю, домой приду, спать не буду. Вот это, да, правильно, перископ? Нет. Нет? Да. Ой, отменить. Да, давай. На, пока. Пообщайся вежливо. Культурно, да. Да. Сашенька слишком старенькая, чтобы слушать антикомплименты. Слушай, не хочется. Не хочется обижать. Маша, куколка, спасибо. Спать нельзя. Саша, на работу завтра, нужно спать. Вам мужчины не интересны в живую? Как? Так? Так. А сколько вам лет-то? Много. Старые женщины. Маша, ты молодец. Спасибо. Я стараюсь. А я очень красоточка моя. Красоточка моя. Я тоже молодец. Муж, ты что ли? Привет. Вот перестал. Тетеньки уже. Да вы старые, да. Ой, динозавра похожа. Это, ну, наверное, видишь, это, наверное, человек, которому лет 70. Маша, ты на динозавра похожа. Вот, спасибо. Составляю учетную запись. Так, сейчас я себе тоже скачаю перископ. И Маша зайдет, выйдет вечером. Сейчас мы друг на друга подпишемся, и все мои подписчики, приходите к Машуле. Она вечером выйдет в своем боди ночном, таком красивом. Бельюшки, поэтому заходите к ней. Так, сейчас я. А то мне код не приходит в подтверждение. Не приходит код, я не могу скачать. Болотный, зеленый. У тебя зеленый тоже, да? Что? У нас зеленые глаза с ним. Просто у нас разный оттенок зеленых глаз. Берите чуть дальше телефон. Кто такой эстет, то должно быть эстетично. Эстетично и красиво. Не, не подтверждаю. Потому что я... 2-4-4. Подтвердить. Ага, вот оно в чем дело. Я поняла. 585. 2-4-4. Давай вот так. Вот. Всем пообщаюсь. Потом.
Нет, потому что очень долго носила шеллак, и поэтому решила отдохнуть. Да, у меня денег нет. А, у тебя тоже без маникюра? Мы вместе. Это мод, вообще-то это мод. Вы столбали не старая я? Ой, да это всякие ненавистники, видишь? Ненавистники. Нормально, что у нас там не чай, вот эти чайные хрени жарятся. Слушай, мне не приходит код подтверждения. Давайте еще раз. Код был отдал, не знаю. Карту Сбера не видно, вообще. Так а что толку? Мы, я же до этого свою показывала, вы мне ничего не отправили. Я не въехал, сейф в чехле, а на тебе карта. Сейф в чехле. Сбережение. Да, так скрытно показывает вам, что вам надо сделать. Короче, не могу зарегистрироваться в телескоп сам. Подожди, дай посмотрю. Мне под подтверждение не выходит. Почему? Давай. Ты на какой, на этот номер шлёшь? Да. Вроде кто немножко. 985. А вот он номер. Нет, вот под подтверждение. А. Смотри, что там пишут. Значит, тоже прибавляются людям. Что-то пишут. Дай еще раз попробую. Ну, бывает такое, знаешь, там несколько раз управляешься. Вот, все. Наконец-таки. 8-8-5, но 8-4. Вот ты загорелась. Там, блин, уже много, 140. 140? Перископ. Надо что, имя, фамилия, да, везде? Да. Мария. Можно просто имя, да? Мне предлагают массаж. Я ненавижу массаж. А я обожаю массаж. У Машки, да, хороший крест. Маша, ты сиськи загрязила, это тебе мешает. А, Маша, жду тебя. Так. Пропустить. Боже. Вот, я что-то скачала. Что нужно сделать? Вот так? Начать трансляцию. Нет, подпишись на меня, да. А как на тебя подписываться? Сейчас. Маша, обожаю массаж делать или нет, это не я. Какие записаны на перископе? Люди, подскажите. Как Саша записан на перископе? Скажите нам. Могу Кафурина. Кафурина. А, все, я поняла, наверное, английском. А, вот я. Ну что? Да. Да. Я подписалась на Сашу. Да, наконец. Ну-ка. Ой, господи. Теперь мы вместе. Короче, я подписалась на Сашу. Саша, надо подписаться. На тебя тоже. Быстрее найдем. Да. Вот теперь ты можешь удобно читать. А, пусть зайдет. Все, я вижу. Наконец-таки. Вот видишь, как удобно? Да? Я просто, у меня вот этот телефон заглючит перископ, поэтому я раньше тоже только заходила, с этого читала, со второго. Вот, я теперь вижу с телефона, что вы пишете. Почему? Напиши там на танце. Саша, Маша, подпишись, которая постарше. Просто Мария. Это Машуля. Помогите. Все в порядке. Девки. В Чехане Дмитрий Ульянов. Напиши что-нибудь. А я могу, да, что-то написать? Да, напиши. Чики. Привет. Чиксы.
Привет. Вот я написала привет. Да? Леди Мария. Да, 69. Маша. 69 лет Маша. Да, вот я завела перископ. Мне теперь будет. И сердечки ты можешь ставить. Сердечки? Вот сбоку, да, вот это вот. Так. Вот так ты можешь ставить. А-а-а. И видишь, это оранжевые сердечки тут. А, вот, я все, я поняла. А так можно это много ставить, да? Угу. Так прибавляются люди, начинают заходить от количества сердечек. А, ура! Все добавляются к Машке. Да? Я на нее подпишусь, и у меня, я, в принципе, подписана только на Соколову, и теперь вот на Машу еще подписана. Ну, вы только гадости не пишите, а то расстраиваюсь. Значит, Маша все-таки 69, я угадала. Естественно. Так. Вот мне уже 100 миллионов ходов пришло. Маша. Сам преданным подписчиком. Как блокировать идиотов, нажимаешь Маша, на сообщение и черный список заносишь, и все. Цифры по Фрейду. Это он мне пишет, да? Сашенька очень красивая. Да, фотка я очень красивая. На Аве? Да, моя, естественно. Это там фотка, где я жопу стою. Ну, в купальнике поняла, задом. Типа, не уверена. А что значит не уверена? Ау. Ну, это нужно всегда писать все в порядке. Ну, типа, нормальный у меня перископ или плохой? А как подписаться на нее? Я когда подпишусь на Машу, вы увидите ее в подписках моих, потому что я подписана только на Соколову. Маш, напиши свой инстапрофиле. Леди Мария. У нее инста Леди Мария. 69, да? Или как? Или нет? Леди Мария, да. Он нашел. Кто-то тебя нашел. Нашел? О, привет. Начни вести трансу. А я не веду трансу, да? Классная фотка увеличит, как ее привет. Как вас зовут? Вот я на своем телефоне вижу, кстати, все, что вы пишете. Вот, я подписался. Все, будем общаться. Ты ведешь трансу, я первого Саши подписчика. Веди свое. Ну, я только зарегистрировалась, я разберусь, как это делать. С кем? Что значит с кем? Сколько лет? Много. Саша, я останусь в твоей трансе. Да, Леди Мария, да. Да-да-да, это я. Это уже можно вести. Нет, я разрешаю, чтобы все мои подписчики переходили к Машке. Это так уже можно вести. Я не умею вести прямой эфир. Как это делать? Умеешь, почему? А сейчас ты что-то делаешь? А? А сейчас что-то делаешь? Я думаю, я в твоем эфире, нет? Да, ты в моем эфире, но ты потом к себе зайдешь и все. Я жала на красную кнопку и огонь. Я на тебя подпишусь, и все подписчики потом идут к тебе. Спросили, уже перешла. Я не уйду к Маше. Ты, главное, декольте открываешь. Да я не напрашиваюсь. Ты видишь, у тебя будут. Да? Будут люди, когда сиськи показываешь, сразу люди. Только мало, было 600 когда-то. Да? Хотя... Что надо делать? Заходить в прямой эфир, да, и переписываться. Ну да, я если буду на тебя подписана, я к тебе буду заходить, да. И я могу делать такую штучку, что мои все подписчики будут видеть, что ты зашла. Ну, мне Саша объяснит, да, потому что я... Что-то ничего не понимаю, как тут. Мои глаза. Вот это сердечки, да, можно ставить? Да. Это я, да, ставлю? Да. Что-то по навести уже начала. Да я разберусь, я думаю, красная, да. Грудь красная, как у алкашки. Это не алкашка, это солярий. У меня болят глаза еще от солярия. Я сходила на 12 минут, вот, видите? Это красная грудь. Грудь красная, как у алкашки. У меня и рука красная, как у алкашки. Почему сейчас идет подражение мусульманам? Зачем вы курите кальян? Мусульман? В смысле? Ничего, что у меня папа дагестанец. Если подражи... Что за бред? Мы не пили. Чай пили. Я пила. А ты пила? Да. Просто можешь не заметить. Я уже протрезвела 100 раз. Я не пью. Кис.
зарядку быстро сажает перископ. Что ну, было? Смотря какой телефон, если 10X, то нормально все. Ничего не девочки сажает. Такие классные. Такие классные. Я беременна, это жир. Это обман, я пью телестрамон. Я не беременна, это жир. У тебя отец так. Отец, да. 10X, это из как? Из Каспийска, Дагестана. Зачем солярий, когда есть солнце? Где? Солнце — это я. Я сама себе. Девочки, передайте привет Эльнуру. Привет, Эльнуру. Приветики, минетики. Кто нас заберет и развезет по домам? Кто будет смелый такой малый? Если ты сердечки тебе ставлю. Давай. Как прибавляются люди. Опять бедные студенты. Ты до сердечки ставишь, прибавляются люди, так что шли. Привет, Марк. Как же дела? Да, в Нью-Йорке в гости девчонки. Все религии, христианство и ислам – дерьмо. Все религии хорошие.
что-нибудь в чате. Я не понимаю, как это сделать. Вот сюда типа напиши, а, я надо Маша. Написать? Да, напиши привет, я Маша. Я пишу привет. Я Маша напишу. Но я напишу привет, ребят. Нет, я Маша, они не поймут. Да поймут, я Мари. Сань. Да, не дебила, они поймут. Да поймут. Да и не поймут. Да поймут. Молодец, умоляю. Да вот я тебе говорю, я сейчас начну, я теперь вот дебила. Это свои. Все пишут, я Маша, я Маша. Привет, они меня нашли в Инстаграме. Нашли. Меня нашли, интересно. Спокойной ночи, приятного ощущения, спасибо, я Маша. Сейчас все будут Машами, чтобы к ним подписывались. Ну, я первая читатель скажу. Детей нет, девушки, не оскорбляйте, пожалуйста, лучше позу. Остались. Потому что я только что зарегистрировалась. Сань. Я к тебе искусно пристаю, ну, культурно. Да потому что я только что зарегистрировалась. Только что. Я даже не знала, что есть такой прекрасный... Как называется? Перископ? Да. Перископ. Все, теперь она... Вот так она стала блогером-перископщиком. Ой. Не думала, не гадала, но стала. Блин. Естественно. Ты что думала? Не видно, что там. Это моя любимая лесбияночка. У меня их несколько. Другой. Да. Что это такое? Что? Привет, девочки. Мальчики, ты нравится? Зарой, Орешки. Тай, Федерико. А, Тодоренко. А, я поняла, Тодоренко, поняла, да? Ну, блин, на кого я только не похожа, уже сегодня была. Мне даже с Погребняк сравнили. Ну да. Хотя она переделана уже. На Арбате, Чихане, на Ульянова. Нет, мы в Чихане, которая рядом с нами. А я, кстати, не люблю на Арбате. Вот не нашел перископ. Кто чай пьет? Я даже в прямой эфир никогда не выходила. Она телефон первый раз в руки в жизни взяла. На Боярскую это похоже. На Боярскую. Вот это к Боярскому ее еще все называют. По да? Глазам, улыбки. Да. Все, кто знакомится, говорят, ты жизнь Боярска. Чихана на Севастопольском. Да. У Дмитрия Ульянова. Да? Маша, тебе замуж звали. Все бывает впервые. Какие у вас большие губы. Ну, природа так нас создала. Кого-то с маленькими губами, кого-то с большими. Так все пишете, как будто все такие красивые, идеальные. Естественно, знаете? Ты что, они Ален Делоны? Да, все такие Ален Делоны. Нет, на Дмитрия Ульянова. Где он выскочила? А сколько стоит там порция картошки пюре? Я всегда что захотела шаварма. Шаварма? Да. Нет, я... Есть такая, но она не такая. У меня очень сложно вывести на эмоции. Я... Она пухлист по жизни. Не, не пухлист, я просто не обращаю внимания. Я на работе. На глаза это вообще сдохнет. Да. А еще завтра забыла. Некрасивых людей нет. Не знаю, как. Да не намек на меня. Вы меня хотят успокоиться. Что некрасивых людей нет, они меня хотят успокоить. Есть просто мало водки. Это Саш, не волнуйся. Ну да, мы адекватно отвечаем, а на гадости мы не реагируем. Гадости мы блокируем. Спасибо. Боже. Так, Саша, что? Что пишет про меня? Учишься, работаешь, дом, квартира. Кто пишет? Про меня? Дмитрий Ульянова. Давай в эфир. Саша вошла. Это бордель. Нет, это Чихана. Что, про меня написали, что бордель? Нет, потому что это бордель. Чихана. Номер один. Ну, конечно, где нам еще быть? Мы так по борделям ушастаем. Да? Дмитрий
и Ульянова 51. А какой тут адрес? А там в Слойке да, был вместе, правда, там только ананас, да и тот гнилой. Короче, девушка, я ухожу, если что, в синем очень красиво. Отдам 7 лягушек из болота бесплатно, почувствуй. Не уходите, пожалуйста. У меня где-то лежит руководство, как поднять отвисшую грудь с помощью гречного. Слушай, мне очень надо, вот скинь мне это, пожалуйста. Учитывая, что у меня пацан. Чтобы я свою отвисшую грудь подтянула наконец-то. Что за сердечко? Блин, что это? Петербург мне понравился, да. Правда, погода там не очень. Ну, возможно, я так попала. Сейчас Путин за вами приедет. Блин, хоть кто-нибудь приедет, что-то уже столько наобещала. Я тебе уже столько всего наобещала, тебе все мало. Это наша любимая смажется сладко. Там все только обещают, обещают. Да? Так, Сашенька, пусти дымок, Сань. Но же кальян затух, по-моему. Мне нам там подбавляют, но он такой очень жесткий. Илья вот называет инфу о себе, люди разные бывают. Да мы особо ничего и не говорим, мы больше шутим, смеемся. Да, я запущу свою транс, да? Эфир, как это называется, запущу. Сейчас я разберусь, как это работает, и запущу. Дам дом возле города. Все, подъехали, сказали, значит, нужно. Да приезжай. Она учит сейчас. Надо фото поменять. Сань, фото. Кому мне? У меня жопа стоит. Охуенное фото. Ты просто не видишь, потом посмотришь. Да? Да, у меня суперская. Красотуля. Да замужем. Через один спрашиваю. Блин, что у меня с телефоном? Ореховые пасты. Слава России, дорогие братья. Дождь спа. Да, на самом деле, на режиме я уже сплю в это время. Да, в 9 часов вечера ложусь. И что, у тебя суперфигура? У меня, да, я знаю. Нет, не знаю. Уже. У вас куникулы, что? Куникулы. Да, у нас каникулы. Мы стали сидеть уже. Маш, почему ты одинока? Ну почему? Я это что, даю этот вопрос? Я много работаю, поэтому я одинока. Я не могу зайти за то, что мне надо. Похоже, мы очень похожи. Мы похожи. Просто похожи. Одно, мы одно лицо. Я смотрю, как в зеркало на Машу. Спасибо. Знаете, перестали писать гадости. Сразу стало приятно жить. Я зарабатываю, не хватает на жизнь. Не похоже ни капельки. Естественно, мы стебанули вас. На Новый год, с родителями, потом, наверное, куда-нибудь поеду. Я не винирую, у меня свои зубы. Свои, и губы, и нос, и все остальное. Ну, не всем же быть худыми, как вы. Они все там с экраном, знаешь, такие... Нет, 200 не выходит, к сожалению, нет. Худые, красивые. Поэтому они сидят в нашем эфире. Смотрят на старых, страшных шлюх. Но уже меньше пишут гадости, уже приятно. Нет, там всегда такие красивые, успешные люди, богатые. И смотрят перископ бедных старых страшных шлюх. Не, ну люди же смотрят позже. Почему толстый? А мы-то здесь причем? Мне нравятся работящие, я уже об этом говорила. 100 тысяч выходит в месяц? Ну, выходит, да. Спасибо, вы красивые. Уменьшается. Кто-то спрашивает, сколько я зарабатываю. Ну вот, спасибо, что вы не старые и страшные. Спасибо.
видишь, как в российский сразу народ на 30-40 человек побольше. Что бедно, что там мешаются. Ну, я понимаю, маловато, но а что делать? А можно еще? Да. Не все же быть такими умными, немного зарабатывать. Ой, нет, по-моему, нет. Да. Альфон спрашивает, как ты зарабатываешь. Лица у меня была, но у меня не знаю. Так. Так. Попросили вас всех. Ну, мы рады за тебя. Мы чай пьем. Блин, здесь меньше. А? Уменьшается, когда сисек нет, уменьшается. Сань, тут вот со мной, Сань, покажи себя, люди соскучились. Мы же надоем на мои сиськи. Нет, сиськи. Ну блин, да, да. Я буду больше работать, куплю тачку обязательно. Я буду на двух работах. Учитывая, что у Машки вообще был Porsche Cayenne 777 номера. Ну, зачем ты говоришь, Лиза? Это же, ну, много дебилов. Ну, ущербный, да, да. Ну зачем? Блин, что-то я не могу понять, то что? Я не понимаю, на каком языке мне пишут. Сейчас я колено надену. А? Да, да. Сдаёт, спасибо. Так, 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 так. Как? Скажите, ты когда собираешься, девочки? Хорошо вам кстати, вечер, спасибо. Кстати, можешь уже отвечать им не только голосовыми, а там писать. Да? Типа, ну да, сама можешь отвечать. Какие планы на завтра? Где наш красавец Сашенька? Не соскучились уже по тебе? Да нет, там есть просто два моих поклонника. Я... Блин, ну вот поэтому одна. Никто не захотел на счет оплачивать. Полный рост. Администрация Путина. Не, на турбо... Ой, нет. Номер карты. Ладно, ребят, сами заплатим. Что же делать? Нет, пусть мне скинут. Я согласна. Номер карты пишет. Да не скину, потому что сам дурак, что а 1000 чё? Рублей скину. Вот, давай. Сань, прекращай. Они даже скриншот не делают, они пиздят. Я тебе через Сбер. А, по карте. Нет, сисек нет счета. Юморист. Я сейчас сфотографирую, а потом тебе покажу. Да-да. Мужики, расходимся, нас используют. И так их используют, что они ничего не делают. Охуеть использование. Всем бы такое еще использование. Раз покажи. Все в одинаковые. Все бабы твари. Спасибо. Дрожание рук.
еще такси вызываю домой, еду. Прям суперфотограф в кавычках. Суперфотограф в кавычках.